Так, ну что ж, давайте продолжать. Так, один момент. Хорошо. Погнали. Так, кто-то у меня здесь не Ты работает. думаешь? Ага. Проштагма? Как назло, ну ей-богу, как назло. О, смотри, всего 4 тремочки, это хорошо. Так, все, ладно, оставайся здесь. А можно как-то тебя... Режим обороны годится. Или что? А, стоять на месте, все, я понял. Все, стоим на месте, не дергаемся пока. Так, нам больше нечего делать. У нас недостаточно места. Так, у нас есть еще одна катапульта. Окей, давай сюда. О, отлично, мы в новом веке. Вам всем нужно тоже место. А места нет. Ах! 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 Да как вы здесь проходите? Я не понимаю. Я же вроде строю. Но на самом деле весьма неплохо вываливаю. Ооо, здорово, дядька. Так, давайте делаем рок изобилия. Годится. Так, ну хорошо, теперь по идее. Ах, вы негодники проклятые. Вообще такое ощущение, что мои справятся. Блин, надо было их вперед и посылать только кентавров, потому что они быстрые. Вообще выглядит достаточно внушительно. Ладно, пойдемте вот сюда. Это раз. Где мой транспортный корабль? О, крабик, смотрите, какой крабик прикольный. Лернейский рак. Да, ты больше не нужно нам. А, не, смотри, работает. Ты что, сейчас выгрузишь? Ничего ты не выгрузишь. Проштагма? Так, ну давайте, в общем, потихоньку. Что происходит? Вы совсем дурачки, я не понимаю. Не, ну ладно, как бы хотите работать и так. Ну, конечно, весьма забавно. Молодцы какие. Так, на самом деле все весьма неплохо складывается на данный момент. Мы сейчас вот здесь построим себе базу. И будем спокойненько... Ах, вы негодники. Сейчас мы их накроем с обеих сторон. Ты сори, что творим. Не, ребят. Мне кажется, с такой оравой кентавров вам будет справиться крайне тяжко. Сейчас мы их еще улучшим. Ну-ка, крабик, давай посмотрим, на что ты способен, крабик. Так, 8 лоботрясов. Да добывайте еще. Так, хорошо. Что происходит? Кто с кем дерется?
Так, по-моему, вот здесь нас ждут противники. Катапульты давайте подведем поближе. Вот сюда куда-нибудь. А, нет, здесь не пройти. О, прикольно, тут есть медуза. Прощай, медуза. Глупая медуза. Так, хорошо, тут разобрались. Вернулись назад. Куда вы понесли? А, я понял, куда вы понесли. Вопросов не имеем. Так, это что? Это... А, против мификов. Хорошо, а тут у нас есть что-нибудь интересненькое? С Силом и Гидром. Да, вот это. Я вот, блин, не знаю. А отсюда эти пойдут. Ну вот, и что, и как мне теперь? Еще могу сделать один? Прикольно. А, на это нужно 200, все, понял. Ну, то есть не могу. Забавно. Ну вот, естественно, они в этот момент на меня нападут. Как же так-то, а? Ну, ладно, я надеюсь, что вы успеете добежать. Так, а я бы взял парочку ребят. А, у меня больше никто не молится. Это я здорово придумал. Это я прям красавчик. Топинож. Топинож, так топинож. О, справились, хорошо. О, подождите, я могу еще сделать солдат. Еще сделать солдат, это хорошо. Это то, что доктор прописал. Все, погнали в атаку. Во, а эти кентавры пускай здесь остаются. Охренеть, как они бодро насекают по врагу. Чтобы всегда так насекали все. Бабах, бабах. Так, тут никого нет, никого. Хорошо. Так, ага. Вот тут уже противник. По противнику мы насекаем вот этими ребятами. Ну давайте, катапульточки мои, давайте. Высота, та-та-та. Сюда пройдите. Вот, молодцы. И спокойненько секите отсюда. Все, чини, пожалуйста. Будь добр. Как же здорово. Главное, катапульты защищайте. Защищайте катапульты. Господи, достанете мертвеца, ей-богу. Так, а маяк можете свернуть? Чтобы нам не мешал. Дальше, 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 ребята, дальше давайте. Сейчас мы отсюда одного возьмем. Вот, еще башенку, да, башенку надо доделать. О, мне кажется, вы зря сюда поперлись. Ой, мне кажется, зря вы сюда поперлись. Катапульта, работайте. Ну, пока нормально держится. Чуть-чуть отойдем. Ой-ой-ой, отходим, отходим, отходим. Блин. Thank you.
Нормально, нормально. Мансим, Мансим как боженьки, ребятки. Мансим, давайте. Так, у меня их не то чтобы много, блин, осталось. Хорошо, хорошо. Так, теперь башню. Ой-ой-ой. Нет, катапульты, ребята, катапульты. Не дать, не дать, не дать, не дать, не дать. Блин, одну потеряли. Фига, там медуза появилась. Жестко. Окей, ладно. Так, давайте, короче, вставайте сюда. Блин. А они нам, походу... Хотя нет, пока держимся. Все, давайте, в режиме стендбай. Аркантас, отбегай, отбегай, отбегай сюда. Так, Одиссей, давай тоже сюда. Не-н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 е. Одиссея оставляем. Одиссея никто не трогает, Одиссей хороший мальчик, годится. Так. Давайте еще сюда приведем. А что в приказе стоять на месте, вам непонятно. Окей, ладно. Так, ладно, хорошо. Давайте сначала разберемся с башней. Эти греческие псы уже у внутренних стен. Бывает, бывает, ребят, бывает. Греческие псы, как же звучит прикольно. О, смотрите, какие у них прикольные золотые жопки стали. Трус, как он и... Давайте, давайте, мантикор этих ссаных варите. Ай, вы молодцы мои. Пройти можем? Не можем, плохо. Надо пройти. Очень надо пройти, ребят. А, все, можно. Можно пройти, погнали. Так, тут тоже куча мификов на нас сбежалась. Так, идите все молитесь. Едим, молимся, любим. Так. Ну, пока тащим-то на самом деле. Так, давайте сразу всех кентавру сюда, а то у меня он... Ну, вот этих только трех. Поставим на защиту. А, блин, тут крепо, 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 крепо. Это кто? Элитный гипей. Офигеть. Блин, а это похоже все. Нет, нет, нет. Да охренеть, сколько ж вас здесь. Давайте, ребята, давайте, стоим, стоим, стоим. Блин, я еще катапульты сюда веду зачем-то. Не надо их сюда вести. Так, ну, блин, я остался без армии. Как же так-то? Вы посмотрите, как много противников. Это просто кошмар. Так, ладно, отходим. Отходим назад. Нам сейчас по щам на... насекут. Так, стоим здесь, окей.
Это будет не так просто, как думалось мне поначалу. Знаете что? Что, как, куда? Блин, мне всех снесли. Это огромное упущение, друзья мои. Огромнейшее упущение. Ёпти. Какого хрена? Ну ладно, их немного, их не так, чтобы много. Я думаю, мы сейчас как-нибудь справимся. Жесть, я все потерял. Но останавливаться я пока не планирую. А планирую я вот что, иди сюда. Да, вот тут мы сейчас поставим стеночку. Качественную. Вот такую. А у стеночки уже будем собирать наших ребят. Нет, 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 не надо, не надо. А, во, хорошо, они бьют по этой, по башне. По башне правильно вы бьете. А почему вдруг резко перестали бить по башне, алё? А, это что такое? Это зачем вы так делаете? Вот все нормально, бейте по башне. Все, вот вы большие молодцы. Так, а мы сейчас аккуратненько вот так вот по одному. Так, давай скорее строй, братишка. Ну ладно, мы как-то затащили в итоге. И надо, знаете, еще надо сейчас здесь еще один портецкий создать. Так, хорошо. Окей, здесь уже есть красота. Что это? Да по барабану, все беру. Все строю. Так, еще три катапульта есть. Давайте еще одну сделаем. Четвертую. Чтобы точно понимать, что все... О, как вовремя, как же вовремя, как же хорошо. Ну все, ребят, теперь вы так быстро меня не снесете. А вот это нехорошо. Но у меня есть еще кентавры. Полицаи, куда вы? Вот туда идите. Вот там воюете. Так, нормально справился, красавчик. Строй еще одну. Ха! Денисы. Так. Окей, допустим. Так, у меня там герой еще валяется, насколько я помню, да? Бывает такое. Куда ты пошел, придурок? Так, нормально, годится. О, вас много и вы сильны. Не, делаем, 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 вот сколько можем, столько и делаем. Так, вроде как восстановились. Сейчас надо, во-первых, воскресить героев, во-вторых, снести поганую крепу. Погнали. Так. Работаем аккуратненько. Они нормально насекают по стенкам, кстати. Опа. Так, если что, у нас есть замечательный этот, как его... Замечательный броник. О, а вы вот отсюда насекайте по вот этой крепе. Охренеть, они уже восстановились. Не идите в эту сторону. Вы не хотите этого, ребят. Да чтоб вас всем... Чтоб вас черти драли. Но это жестко. Похоже, надо еще сделать парочку катапульт.
Нет, катапульты живите. Зараза, одна катапульта всего выжила. Ну, стреляй по ним, ты чё? Парни, парерни. Нас тут это. Нам тут мешают жить. Так, все, давайте тоже сюда идите. Что там такое? Что это? А, это поганый пигай. Не-не-не, стойте, стойте, стойте. Пускай они дерутся, да, пускай. Нет, ну не идите, ну что вы делаете? Что... Во, все, хорошо. А вот теперь мы с ними воюем. Вот, хорошо. Раз. Второй пошел. Ой, как замечательно. Вот это прям по-царски. Вот это я вас прям по-царски. Да, хорошо. А, он один остался маленький. Иди сюда. Я и тебя уважу. Так, ну хорошо. Мы еще ближе к успеху. Так. А что здесь есть, кстати? Так. Увеличивает скорость нормально. Да, да. Хотеть все. Достанете? Эх, не достанете. Обидно. Вы так устанете? Ты идиот? Так, короче. На X, наверное. Они все равно двигаются. А, не, все, не двигаются. Годно. Опять противники. Да что ж ты будешь делать? Ну ладно. Тут их сейчас разнесут. Так, пацаны, валить. Валить назад. Фиолетовых этих поцов я уже вообще не боюсь. О, все, в атаку, в атаку, в атаку, в атаку. Нормально, сейчас затащим. Так, чудник, а что нужно вообще? Создайте армию, уничтожьте ворота. Ну, смотрите, давайте вот как мы поступим. Я сейчас не хочу уничтожать ворота. Я очень хочу... Тихо-тихо-тихо-тихо. Назад-назад-назад. Вот тут встаем. Сейчас замансим. Нормально. Я все равно им больше урона наношу. Тут главное правильно мансить. Просто так получилось, что я к радости своей. А давай вот так просто сделаем и все. И что вы мне сделаете? Давайте, 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 давайте. Ай, молодцы какие. Ты смотри, как стараются, а? Мужчины. Самые что на есть настоящие. Ну, я сейчас на вас отожму... Ой, господи, отожмусь. Оторвусь. Сейчас я на вас оторвусь. Как же хорошо. Вы посмотрите на эту вкуснятину. Сейчас мы вам все снесем. Богов вам снесем. О, блин. Это неприятный момент. Так. 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 Смотрите, что дальше делать. О, у вас как раз нет золота. Поэтому мы просто берем и бахаем вот здесь крепу. Уничтожьте этот кусок говна, пожалуйста. Вот и хорошо. Вот и прекрасно. Катапульточки работаем. Да. Он даже не дойдет, лол. А, блин, там это. Там катапульта, чтобы ее...
Катапульту снесите, пожалуйста. Да поближе вы подойдите, не стесняйтесь. Все нормально, строим, строим, строим. Ох, там идет. Пришли вражеские кораблики. А, у меня были еще корабли. Прикольно. Стой, Арконта, стой, 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 стой. Уходи назад. Уходи назад. Так, будь в коллективе, будь частью коллектива, давай. Там тимбилдер, все дела. Так, вот хорошо. Вот это я понимаю. Окей, они это говно будут спамнить постоянно, я понял. У них, видимо, ресурсы не ограничены. Но у нас есть уже крепа. Уходи, уходи назад. Мы сейчас просто еще одну крепу сделаем. Вот, вот где-нибудь вот тут, да? И еще потом одну крепу. Отлично. Так, катапульты вперед. Как ты мило не обращал внимания на мои войска. Услуживаем мантикора. Так, а что у нас здесь? Давайте посмотрим. Они в итоге не дали нам это сделать, фига они жесткие. Понял, принял. Так, введите их сюда. Не-не, их что-то как-то слишком много. Сейчас помансим, нормально помансим. Так, все рабы разбежались? Один остался? Охренеть, один раб остался всего лишь. Куда вы пошли? Ну хотя ладно, сносите, сносите, сносите. Я соглашусь, сносите. Ну строй заново, что я могу сказать. Так, я не знаю, зачем это, потому что у меня... Ресурсов куры не клюют, но тем не менее. Так, хорошо. Так, слишком близко не подходим. Там есть противники. Вот. Еще раз. Я могу совершенно спокойно снести врата Троя, не вопрос, но... Мне хочется снести чериков, которые справа. Я считаю, это важно. Не сметь? Не сметь. Сучка, я тебе сказал, не сметь. О. Перемога. Так, я же могу еще поделать, правильно? Да. Чего не хватает? А, максимально это? Понял. Сколько ты еще будешь делать? Так, у меня есть 11 лоботрясов. Лоботрясы, идите помогайте ему. Все, 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 спокойно. Все, короче, встаньте вот тут в защиту. Вот и прекрасно. Все, так и стоим. Так, вы давайте назад. Мои бравые триремы. Арконтас, ты вот немножко не очень ведешь себя. Мне не хочется, чтобы ты себя так вел, братишка. И сюда. Чего вы так, блин, встали-то некачественно? Во, другое дело. Так, окей, отлично. А, что мы делаем дальше? Дальше мы берем башни и отправляем на... Ой, башню катапульты и отправляем на эту башню.
Ты специально вот здесь встал, да? Позлить меня? А, о, некуда. Не, давайте, давайте, я не знаю, куда, давайте. Сюда, идите, золото добывайте. Я думаю, разберемся как-нибудь. Как-нибудь да разберемся. Так, идем посмотрим, откуда враг идет. Я так понимаю, все-таки десантируется. А сколько ты себя принимаешь? 25. Нормально, мне нравится. Одной триремки должно... Куда вы поперли, идиоты? Охренеть, у меня крестьяне конченые. Ну ладно. Конченые, конченые, чё ж теперь-то? Так, идите вы тогда доделывайте их работу. А я понять таки не могу. А неужели мне до них не добраться просто пешочком? Давайте смотреть. Да не трогай меня. А, блин, тут еще какое-то село. Черт бы побрал эти села. Вы идиоты? А, я понял. У нас тут защитники. Эх! Не замансил, братишка, не замансил. Так, все, стоим тут. Ждем. Так, ну-ка покажите еще раз, как вы сносите вражеские башни. Бодро. Весьма бодро. Мне нравится. Думаю, даже катапульты нам не понадобятся теперь. А как вы сносите вражеского пегаса? Весьма бодро. Или подожди, или все-таки я могу пройти здесь? Охренеть, они мне сносят. Как же так? О, дратути, дратути. Ладно. Так, ну окей, а даже если они мне тут все снесут... Хотя почему бы и нет, просто вот сюда этих поставлю теперь своих кентавров. Все равно они будут долго сносить. Вперед! Смертельный бой, все дела. Я не понимаю, как у них агро действует, это жесть какая-то. Стой на месте. Фига, куда вы прибежали, прикол. Прикол, прикол. Так мы, получается, можем в атаку теперь идти. А что не так? Чего не могу больше делать? Чего-то не хватает мне в этой жизни. Так, давай тебя тоже сюда. О, а вы, черики, идите, кстати, это. Точно. Попробуйте успеть за это вот. За оборонять, за починять. Поделать что-нибудь полезное. Уничтожить. Как же приятно кабины разваливаются. Ой, как тут миленько. Можно спокойно зайти. Никаких тебе ворот, ничего нет. Все, легли.
и село легко ложится. Не, конечно, кентавры — это просто благодать. Оставь, не трогай. Не трогай крестьянина. Все, катапульты, стойте, обороняйся. Какие караваны? Я вам все снес. Вы что, смеетесь? Вы что, ржики? А, я понял, вот эту штуку. Не будет больше вам никаких караванов. Хо-хо-хо-хо-хо. Красота какая. Какая красота. Противник полностью уничтожен. Невероятно приятное ощущение, когда вся карта под твоим контролем. Особенно, когда меня нагибали, блин. А, так, давайте-ка парочку челиков возьмем, пускай идут чинят. Мы почти уже закончили. Так, очередь произошла. А, 15 это максимум. Стратегический привет, Рихейлио. Рад видеть. Вот. Заходи, присаживайся. Мы, правда, уже скоро заканчиваем. Сейчас я эту миссию пройду, и на сегодня все. Но, тем не менее. Сейчас закончим, пойдем к Айзоку. Он уже стримит? Да, он уже стримит, отлично. Металочку. Что это было? А что дает? Ничего не дает, здоровье себе дает. Как же хорошо. Просто агма. Так, не, погоди, вот он. А, это мой кораблик. Они тут ничего по пути не поднастроили, нет? А то я знаю, то этот прикол в Варкрафте. Ты сносишь противнику уже ратушу, а он в это время верфь строит. Годится. Годится, парни. Ну все, пойдемте ворота сносить. Фига своего сану еще куда-то отправляет. Ну тут прям мясо было натуральное. Битва за это... Ай! Битва за эту несчастную крепу последние, не знаю, пару минут. А мне не хватит, ну ладно. Не хватит же, да? Да. Хорошо. Хорошо. О, нет, 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 я помню эту жесть. Уходим, уходим. А-а-а, как больно. Как же больно. Так, ну мы вышли нормально. Мы даже большую часть смогли из-за этого. Куда ты идешь, что ли? Дурачок, что ли?
Так, ну вон, нормально, нормально, пошло дело. Потихонечку, полигонечку. Отойдем чуть-чуть, отойдем. Давайте, давайте этих петушочков сюда выведем. Чтобы потом ими вкусно покушать. А где мои... А, у меня катапульты кончились. Давайте-ка сделаем еще... А, так я могу здесь катапульты сделать. Сюда идите. Спокойно, спокойно. Аркутис, красавчик, на себя всех ведет, на себя. А почему? А почему? А, тут типа такое место, что это невозможно, прикольно. Так, дайте этим пройти. Ну все, с катапультами сейчас мигом все решим. Красиво, красиво. Прекрасно. Ворота пали. А мы победили. Так, ладно, на этом мы на сегодня будем закругляться. Да. Потому что я помню, следующая миссия будет достаточно жесткая. Там Агамемнон обосрется, и нам придется потирать его говно. Ладненько. Рихарио, спасибо, что приходил. Кайзоку... Сейчас я с ним еще пообщаюсь на его стримчанском. Да, спасибо всем, кто смотрел. Если вам понравилось, подпишитесь на мой Twitch канал. Если вы посмотрите это видео на YouTube, подпишитесь на мой YouTube канал, поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Также подписывайтесь на мою телегу, там я выкладываю уведомления о грядущих стримах. Всех люблю, всем пока!